Ну что, о паранойе Путина и других диктаторских причудах поговорим с Сергеем Лещенко, политик, советник главы Офиса президента Украины. Сергей, здравствуйте. 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 Взаимно. Мы знаем, видели сюжет, вот скажите ваше впечатление о нем. И вопрос, как думаете, вот эти страхи Путина, его паранойя, они вообще откуда взялись и о чем свидетельствуют? Ну, смотрите, про Путина столько книжек было написано, но самое интересное, это самая первая книга, ее написали еще перед его избранием президента, когда он только стал преемником. Причем написала группа достаточно таких на тот момент либеральных, демократических журналистов, Андрей Колесников, Наталья Геворкян, там третьего я не помню, и называлась, по-моему, она называлась «От первого лица» книга. Ну, одним словом, там как раз копались в его детстве, его бессознательном, достаточно много красноречивых историй было, как он, например, ехал с какого-то военных учений, и, значит, его друзья, они, значит, тушенку всю съели по дороге, а у Путина осталась банка, и когда они доезжали уже на какую-то там точку, значит, дислокации, ребята с голоду пухли, а Путин, значит, съел свою банку тушенку и ни с кем не поделился, сказал, что ну вы же свою съели раньше, а теперь я свою буду есть один. Там история о том, как он в Дрездене, помните, во время падения Берлинской стены прибежали протестующие к зданию этого вот его дислокации и пытались брать штурмом, он там вышел, сказал, сейчас всех перестреляю. Ну, то есть, вот там нужно искать, на самом деле, я думаю, диагностику всех его паранойи и всех его шизофренических проявлений, потому что он оттуда родом, вот из этого вот совка плюс разрушение совка. У него эта травма через всю жизнь прошла, он, знаете, став действительно одним из самых влиятельных людей в мире, ментально вот остался травмирован тем моментом, когда его, по сути, выбросило из этой карьерной лестницы сотрудника советских спецслужб, и он там поднимался на какой-то момент с самого низа, будучи водителем такси, потом носил чемодан за этим вот Собчаком, ну и пошло-поехало. Вот где-то вот там, вот я думаю, там эти травмы произрастают. Поэтому, ну что сказать, будем изучать уже после смерти этот феномен. Препарировать. Свидетелей, да, возможно, как мозг этого Маяковского, будет трепанация черепа, и мозг Путина тоже в какую-то банку с кислотой, ой, с формалином положит, и она там будет храниться, ее будут психиатры смотреть, где какие там реакции у него проходили в мозгах. То есть сложно диктатора анализировать, пока он жив. После смерти сразу появляется куча показаний, свидетелей, документов. Особенно, кстати, знаете, я недавно читал книгу о Второй мировой войне, и там автор книги тоже рассказывает, что вот эта война, Вторая мировая, была уникальна тем, что очень много документов сохранилось. А в нашей войне, в нашей нынешней войне, уникально тем, что у нас даже не документы, у нас, по сути, война в онлайне. У нас все, вот, все на виду, все видно, как оно происходит. Документирование происходит каждую секунду, каждый день. Поэтому, ну, я убежден, что да, после смерти Путина будет написано множество научных работ о феномене этого безумия. Вот так я бы сказал. В кунсткамере будем уже наблюдать, да, какую-то сводку короткую, кем он был и почему. Сергей, а скажите, вот может мы от диктатора слишком многого ожидаем? Может есть какие-то аналогии вот у вас в голове с кем-то из мировых диктаторов подобного уровня, как Путин, у которых тоже была паранойя к отношению к своему здоровью, какие-то навязчивые идеи? Северокорейские ребята, там их, они друг другу передают от отца к сыну, от сына внуку эту эстафету олимпийского огня, правления своего. Там тоже бронепоезда, не помните, они ездят, не летают самолетами, ездят на бронепоездах, изображают величие путем тренировки бедных этих корейских женщин, которые плачут, рыдают, глядя на своего вождя и так дальше. Вот на пути к этой, думаю, ролевой модели сейчас Путин находится. Слава Богу, что у нас полная противоположность политике. И у нас был такой риск в какой-то момент, когда Янукович пришел к власти, но слава Богу, мы избавились от этого. Мы избавились от Януковича, избавились от этой моды в политике. Слава Богу, что мы к ней не вернулись. Сергей, вопрос о нашей внутренней повестке. Довольно болезненный. Кирилл Буданов, глава Главного управления разведки Украины, недавно дал интервью, в котором сказал, что одной из самых сложных ситуаций на оккупированной территории, если в частности говорить про Херсонскую область, является то, что там у людей нет информации о том, что происходит. То есть им навязывают идеи о том, что ВСУ их бросили, о том, что оружия уже давно нет, и в принципе все. То есть Россия здесь навсегда, и люди находятся в вакууме. И тут как раз новости приходят вот из последних
о том, что YouTube даже закрыли сейчас в Херсонской области, и, кроме того, Инстаграм. Скажите, пожалуйста, как вообще достучаться до наших людей там, как им продержаться в этом вакууме? Сложный вопрос, потому что это оккупированная территория, действительно. Наше влияние на сегодняшний день там сведено к минимуму. С другой стороны, все-таки 21 век на дворе, это не 19-й, даже не 20-й. Пропаганда эффективна, она на самом деле, это как бы обоюдоострая. Она, с одной стороны, пропаганда сейчас даже сильнее действует, чем раньше. С другой стороны, и контрпропаганда может быть эффективна, и способы доступа к информации различные. То есть при желании желающие могут находить информацию. Ну, понятно, что блокируют YouTube, но есть VPN, есть возможность. Я знаю, в Херсонской области и там многие провайдеры украинские, конечно же, отключены и подключают российские, но люди где-то находят украинские провайдеры, знают там на улице, возле аптек, где-то ловят их, делятся новостями, знакомыми. Плюс, действительно, ну, VPN — это способ каким-то образом избежать такой вот блокады. Что можно посоветовать? Искать информацию, знаете, невозможно за людей сделать их работу. Если хотят знать правду, смогут ее узнать. В современном мире это возможно. А с другой стороны, ну, я не знаю, там, печатать листовки и разбрасывать их там, с какого-то воздушного средства, ну, это невозможно, потому что подлета нету к Херсону у наших вооруженных сил. Главное другое, что сами украинские вооруженные силы, украинское руководство, президент Украины, конечно же, Херсон не оставят, не дадут русским, и за него еще впереди, я убежден, будет большая-большая победа впереди. А скажите, пожалуйста, Сергей. Вот мы сказали про Херсон, а какая ситуация с доступом к информации в других регионах, вот Запорожская область, Сумская, Харьковская, восстановили ли доступ к источникам информации в тех регионах, которые уже освобождены, и как ситуация там, где еще оккупанты находятся? Там, где контролирует украинская власть, конечно, доступ к информации есть, хотя я вам расскажу о своем опыте. Где-то 2 недели назад, когда мы въезжали в Краматорск, кстати, такая была ситуация, знаете, уже темно, уже там в районе 10 вечера, мы въезжаем в Краматорск, и на всех практически радиостанциях в машине, в FM-диапазоне, наш сигнал перебивается радио ДНР, так называемого, и рассказывается о том, как там народная милиция ДНР там чего-то сделала, какие-то там осуществила спецдействия и так дальше. То есть в Краматорске, который еще и сегодня наша, и убежденный будет наша территория, уже тогда, 2 недели назад, пробивался сигнал ДНР, то есть у них есть дополнительные возможности перекрывать наш сигнал, но, повторюсь, это не может быть панацеей. В современных реалиях доступ к информации намного шире, чем он был 50-100 лет назад. Поэтому желающие знать правду найдут, даже в самой России желающие знать правду найдут эту правду. Да. Ну, а мы будем всячески в этом им помогать. Спасибо, Сергей Лещенко, советник главы Офиса президента Украины. Спасибо. Действительно, вот через вашу площадку, в том числе жители и оккупированных территорий, через VPN могут получать информацию о том, что происходит. И, конечно же, ложь о том, что там якобы Украина забыла или сдалась, или пошла на капитуляцию, это все будет развенчано благодаря в том числе вашим эфирам. Да, спасибо вам, Сергей Лещенко. Будем напоминать всем зрителям Херсона, временно оккупированных территорий, что Херсон — это Украина, ВСУ обязательно готовит контрнаступление для того, чтобы освободить территории, и все вы могли по-прежнему жить на мирной территории.